Количество убийств в регионе сократилось. Об этом заявил прокурор Ярославской области Юрий Верховцев. Сегодня правоохранители подводили итоги работы за первые 6 месяцев текущего года. Как отметили в прокуратуре, одно из главных направлений – проверка своевременной выплаты зарплат населению. К 1 июля общая задолженность фирм перед работниками сократилась в 1,5 раза. К слову, на заседании присутствовал и заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский. Вопросов задавал много. В том числе поинтересовался, почему в регионе сократилось количество уголовных дел, возбужденных по итогам общенадзорных проверок. Сейчас таких 96. В первом полугодии 2015 года их было 163. Но если посмотреть по году, то у нас за год было 193 дела. То есть мы как раз в принципе наполовину, на 50% дел по году вышли. Я, когда принимала отчеты у всех горпрокуроров, ситуация интересовалась, наработки есть у всех. Стараемся возбуждать дела, чтобы они были чистые, и чтобы были по материалам проверки, и чтобы предмет был чисто общенадзорный. В целом работу ярославских прокуроров Владимир Малиновский оценил хорошо, рекомендовал усилить контроль по вопросам, связанным с выплатой зарплат и противодействию коррупции. Председатель регионального правительства Александр Князьков также отметил высокий профессионализм сотрудников. В качестве примера можно привести постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка, где рассматриваются все вопросы поддержания правопорядка на территории области. Работа подобных совещаний и комиссий имеет большое значение для обеспечения социально-политической и межнациональной стабильности, укрепления законности в целом.